У нас с мужем совместный бизнес. Мы занимаемся проектированием архитектурных зданий и сооружений. Я руководитель проекта. Моя задача — организовать процесс так, чтобы заказчик и наши проектировщики были в курсе всего, были довольны и проект был сдан в срок. Утром мы обычно проводим планерку и встречу по объекту. Мы сравниваем сроки и выполненную работу, насколько полно мы выполнили проект и насколько мы идем в срок. Так как мы работаем в сфере архитектуры, для меня важны эстетические параметры одежды, чтобы она выглядела стильно и красиво. Оттенках, наверное, серого и синего спектра. Максимально простой силуэт. Максимально комфортная одежда для жизни.